Здравствуйте, коллеги! Сегодня в мастерской я заканчиваю работу над карнизом «Золотая осень». Многие мастера, резчики по дереву осознают, что шлифовка очень трудоемкий и длительный процесс. Поэтому придумывают всякие способы шлифовки, чтобы было качественно, поменьше время уходило. Давно у меня уже была мысль, чтобы вот что-то такое придумать, чтобы была щетка с абразивом, да, и чтобы я мог вот такими движениями вышлифовывать работу. То есть здесь очень много граней, и на каждую грань подходить заломленной наждачкой, это очень долго и нудно. И недавно, ну, наверное, неделю назад мне пришла стальная вата. Компания в Казахстане изготавливает стальную вату на тестирование. То есть попробовать, что это такое и как она может облегчить труд мастера по дереву, ЧПУшников в первую очередь. То, что я вот, когда начал пробовать, я несколько дней уже занимаюсь изучением этого продукта, он для меня новый, так же как и для вас, и пришел к выводу, что мастерам, которые занимаются на станках с числовым программным управлением, то есть вырезают фрезами, очень будет такая подмога. Даже я бы сказал, что это находка для мастеров ЧПУшников. Вот, ну давайте того начнем, что вот тестировал я первый номер, второй и третий номер. Ну, это самое грубое, что мне прислали. Остальные там 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Пользовался ватой с маркировкой 4.0. Снимал. То есть не снимал, а обрабатывал поверхность перед финишным покрытием. Полка, я показывал вам золотые тюльпаны. Вот. Ну, можно было, она настолько нежная, и как бы в руках вот я вот, что это можно отполировать изделие с дерева там однозначно. Вот. Значит, давайте начнем с того, что вот я беру грубую. Место для работы с ватой стальной должно быть застелено чем-то вот таким, потому что имеет свойство крошиться. То есть вот эти вот, видите, сыпется. То есть надо место такое, чтобы было удобно стряхнуть. Ну, то, что показано и заявлено там на сайте этой компании, я вам ссылочку потом дам. То есть сначала переход будет на сайт «Амурские украсы», а на сайте вы уже найдете полностью описание этого продукта, этого изделия, и также ссылка на сайт. Собрал я, так, это вот второй номер. Собрал я вот таким способом. То есть, ну, давайте, наверное, покажу лучше, чем рассказывать это. Недавно я делал отопление, вот, и поэтому у меня вот осталась трубка такая, трубка на 25. Снимаю фасочку. Так, это второй номер у меня сделан вот таким образом. Давайте, наверное, первого у меня нет. А нет, вот первый тоже есть. Давайте я вам покажу на втором номере. Потому что вот это вот третий номер, это самая грубая такая. Мы ее оставим. Вот третий номер у меня готовая есть уже, вот такая вот штука. Я вам просто сейчас покажу способ вот, который я как бы для себя нашел.
Это и удобно, она висит, то есть и подписан номер. Ну понятно, да? Давайте вот я сделаю, наверное. А вот эту мелкую мы, наверное, и будем делать, потому что у меня есть троечка есть. Однерочку я сделал, двоечку я тоже сделал. То есть вот, вот так вот она даже если где-то у нас будет висеть под рукой. Давайте сделаем. Видите, я еще 1.0 не вскрывал зернистость этого стальной ваты. 1.0. Показываю, как она упакована. Пришла с завода, вот как есть. Так вот берем, и вот она такая вот, да? Режется она ножницами. Так, ну и предупредить сразу хочу, вот про рабочее место я говорил, что оно должно быть вот специально для работы с стальной ватой. Вот я сверху баннер постелил даже. Ну и видите, одел робу. Потому что, ну это не стекловато, но желательно, чтобы какие-то там металлические частицы, они оставались на робе. Так, подписываем. Это у нас 0. Я сразу ставлю, хотя на ощупь все различается по номерам тут. Значит, что я делаю? Сворачиваю. Такая колбаска у меня получилась. Беру хомутик. Хомутик пластиковый, простой. Защелкиваем. Продеваем в трубу. Вот до такого момента. То есть вот эта рабочая поверхность, рабочая часть, получилась почти что то, о чем я когда-то мечтал. Ножницы берем, маленечко делаем, придаем нужную форму. Кто-то сделает в виде шара, это будет, кто-то просто, либо это такая вот. Дальше вот металлическая стружка, она имеет свойство магнититься к металлическому инструменту. Ну, давайте попробуем. Вот, я вам показал способ, как я сделал вот эту вещь. Ну, вот у меня есть старая моя работа. Это уже и, ну, не знаю, лет 5. Вот, она покрыта твердым маслом. Берем вот эту вот. Это 0 у нас. Пробуем. Ну слабовато. Давайте возьмем. Так. Двоечку, да? Двоечку. И начинаем вот таким вот. Таким движением обновлять. Освежать. Сейчас я поработаю, чуть-чуть покажу. Дальше. У нас задняя сторона, она может служить плоской такой поверхностью для шлифования. Вот эта вот часть, это сама кисть, это вот она заходит в все выемки, грани при резьбе. Вот смотрим, это я прошел буквально полминуты, у меня ушло времени. Дальше беру вот следующий номер, это у меня был второй. Беру однерочку, проходим однерочкой.
наша кисть регулируется, видите, таким. То есть освежить старую работу можно легко. Все, работа готова к покраске. Со свеженьким сейчас ее маслицем. И будет хорошая рамочка. Вот она. Но есть посложнее, да? Вот я специально взял как образец. Давайте вам покажу. Это тоже старая работа, уже это с помощью ЧПУ делалось. Вот. Тут шлифовать вот этот рисунок сложный, очень тяжело, и только приходится с применением гравера, да? Ну это опять же масса времени, то есть очень трудоемко, да? Ну сегодня давайте попробуем вот эту вот освежить маленько, не ошлифовать, видите, она в процессе вот стояла возле заточного станка, то есть забрызгана пастогоем. Давайте ее попробуем привести какой-то ей, придать вид. Вот берем третий номер и вот таким движением начинаем работать. Вот это я работаю с профилем, это я хотел показать столярам профиль вообще, да. Вот это я хотел поделиться с людьми, которые занимаются столяркой. Специально приготовил даже заготовочку вот такую вот, чтобы показать профилек. Но так как здесь профиль присутствует, я уже вот здесь вам покажу. Вот этот вот способ, вот с этим кольцом, вот берете, допустим, вам надо проработать какую-то выемку. Вата принимает форму именно вот этой выемки, то есть не надо там, вот, пожалуйста, хорошо снимается, видно, да? Ну, самое, что интересно, сейчас будем заниматься резьбой. Профилек освежили, вот буквально у меня ушло сколько там, 3 минуты только. После третьего номера сразу, мастера-то знают, надо пройти более мелкой. Пожалуйста, вот он уже блестит. В какие-то места нам надо вот выемочки попасть. Берем кисточку, делаем, маленечко подрегулировали его. Ну еще есть. О, ну это вообще уже сейчас. Это если первый номер полирует. Ну я не знаю, 2-0, 3-0, что сделает с этой поверхностью. Превратит ее в стекло, наверное. Профилечек, посмотрите, какой чистенький. Хоть заново его покрывать, ну что я и сделаю, наверное. Рисунок. Вата стальная, она имеет свойство сыпаться сразу, предупреждаю, да? Вот рисунок, обратите внимание, в каком он виде сейчас находится. Сейчас будем с ним работать. Ну давайте третий, самый грубый, третий номер. Начинаем, вот выбираем вот этот фрагмент, да? Вот центральный. Потихонечку так, вот таким вот моментом. Вот так. И вот таким вот для работы после ЧПУ
Ну вот один фрагмент у меня занял столько времени, чтобы я его освежил, то есть привел такой, опять же, стряхивать это все. Так, где у нас? Это я третьим номером. Давайте вторым. После работы с наждачкой кончики пальцев, они становятся чувствительными, и кожа стирается. Я попробовал работать с металлической ватой, то есть и чувствуется, что у меня вот подстерты после наждачки. Вот вторым номером проходим. Так вот она отшлифовалась. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Вот. В некоторых местах надо еще доработать что-то. Но в целом уже вот эта нижняя часть у нас запачкана остается. Я вот этой вот задней частью шлифую. По текстуре можно аккуратно. Вот так вот она вышлифовывает. То есть она не царапает. Получается, абразива нет. Попадается иногда на наждачке более крупный камень. Уже царапина идет. Здесь нити одного калибра, поэтому так, это второй номер, где у меня вот ручные, это я делал первый пробный вату, вот так вот собирал кисточка, а потом уже стал трубкой. То есть такой вариант металлической ваты тоже может быть. И вот смотрите, вот я вот прохожу вот это вот номер первый, да, по-моему, вот это вот первый номер. Вот тут, как она становится, поверхность какая. Вот она, красиво. Это я вам показал вот то, что попробовал. Вот этот фрагмент я пошлифовал, вот это я вышлифовал. Видно, да? Некоторые капельки еще остались, потому что надо более тщательно. Я вам как вышлифовывает бархат, потому что мне нравится показывать, хочется бесконечно. Мне не надо уже залазить в какие-то там углубления, уголком сворачивать наждачку в трубочку. Вата, она вот видите, что она брошюрует, реально подчеркивая дерево, выявляя текстуру, вытаскивая на поверхность. Вот, пожалуйста, это какой номер? Второй номер. А где первый? А первый вот номер. Сделали это. Как надо, форму придали. Ну, в перчатках, естественно, рекомендуют работать. Ну-ка. Ну, посмотрите, вот вырезанная белка. Я еще с ней не работал, только резцом. И стальной ватой. Что она у нас ожила? Дерево. Вот так вот я собираюсь закончить весь карниз «Золотая осень». Перильца. Третий номер грубовато. Берем второй номер.
И опять же получается, что вот балясины у меня сделаны с акацией. Дерево красивое, тоже текстуристое. Видите, я вторым номером вот сейчас вот поработал. И она брошюрует, она выявляет дерево, она под это, вот это вот именно стальная вата, она не превращает дерево в пластмассу, замыливая все, а наоборот вытаскивает все эти и граньки, и все-все. Ну и вот этой поверхностью уже, задней частью, вот именно с колечком, если будете делать, пожалуйста, задней частью, она ее, можно ровные поверхности легко обрабатывать. То есть, если эта часть у нас, как кисть, она во все выемочки заходит, углубления труднодоступные такие, то вот эта вот задняя часть, вот, пожалуйста, маслицем вскроем. Потом я буду делать обзор готового карниза «Золотая осень». Это потом. Давайте сейчас закончим с ватой. В принципе, это не кисточка, о которой я мечтал, которая мне снилась с абразивом. Но что-то уже приблизительно. Я пробовал делать светлое дерево. Вот в частности кедр. Плюс стальной ваты в том, что не забивается смолой. Наждачкой работаешь, когда с смоленистым массивом дерева, да? То есть смола забивает абразив. Здесь этого не происходит. Но один минус, это опять же к технологам этой компании. Светлое дерево марает. Маленечко светлое дерево становится чуть-чуть серым, с серым отливом, потому что многие работают с липой, там со светлым деревом, поверхности светлых изделий там перед финишным покрытием лаком хотели бы пройти вот стальной ватой, да, но надо, чтобы она не красила. Кедр хочу показать тоже. Очень удобный вот этот вариант. Хомутик, стальная вата. То есть он и висит где-то у вас на видном месте или тут под рукой надо. И в то же время, вот смотрите, что еще раз я, может быть, это пятый раз уже за это видео, я говорю, что проявляет дерево. Вот смотрите, вот это вот кедр. Видите, как он? Текстурка появляться начинает, текстура, вот это я вот самое грубое прошел. Нравится мне, буду я, особенно вот эти мелочи и поверхности тоже мне понравилось. Ну и напоследок хотел бы поделиться, это вот как бы я маленько повоображал, как удобнее сделать для себя. Да, может быть, кто-то из коллег добавит свое к этому изобретению маленькому, да, и облегчит нам вообще шлифовку, сделает одним из таких трудных занятий. Трудных, нудных занятий сделает в быстрое и радостное завершение работы, да. Ну и в завершении обзора Я вот что придумал. Руками потер, как бы это самое. Думаю, ну может быть что-то можно механическим сделать методом. Опять же, сделал колечко. Ну колечко уже поуже. Вставил сюда вату. И вкрутил от большого шурупа. Обрезал болгаркой. То есть сделал такой. А, я еще его, по-моему, и не обрезал, да? Ну вот смотрите, вот эта вот свернутая часть стальной ваты, мы его срезаем, делаем кисточку опять же, пожалуйста. Это я рекомендую мастерам, которые занимаются с ЧПУ.
Здесь сейчас я вам буду показывать на пример, буду показывать на своем шуруповерте. Но думаю, вы догадаетесь, куда вставить это чудо. Давайте вот на вот этом вот таком масштабном фронтоне мы ее испытаем. Все, респиратор мы одели, берем чудо такое и вот таким вот, если мы возьмем дрельку легенькую какую-то, даже пускай на батареечке она будет, и уже, мне кажется, мы тут шлифовка у нас пойдет еще быстрее, чем руками. Это я вам на примере показываю шуруповерта своего. Вот это вот этот момент я показал, да? Сейчас я вам покажу, где еще можно применить это. Вот кедровая у меня накладочка такая. Вот торцы мы проходим обычно наждачкой, лентой. Здесь заготовку закрепили. И торец мы проходим вот таким вот способом. А если кто-то сделает потоньше трубочку, то он даже туда проникнет. Ну вот здесь вот я вот покажу вот на этом. Смотрите, как это будет выглядеть. И вперед, дорогие мои коллеги, хочу подытожить сегодняшний обзор. Сегодня мы с вами пробовали шлифовать дерево. Многие занимаются ручным трудом. У кого-то есть мастерская по металлу. Кто-то занимается ржавыми болтами. Ну, ржавый болт берете, третий номер стальной ваты, зачищаете смазочку, и он у вас как новый. То есть всем мастерам ручного труда рекомендую иметь у себя в хозяйстве. А какого номера стальную вату, вы уже сами смотрите, для чего она вам нужна. Я остался доволен. Также хочу сказать, что при заказе, если будете заказывать стальную вату и указывать промокод, пароль Амур, вам будет скидка. Эта компания мне гарантировала, что мои подписчики, заказчики от амурских украсов будут иметь скидку. Ну что, я доволен, я буду пользоваться. А уже вам решать, нужна ли она вам в вашей мастерской. Делайте выбор. На своем сайте «Амурские украсы» я открою в новых работах обзор стальной ваты. Там будет вся информация, контакты, адреса. Заходите на сайт этой компании, которая производит, она находится в Казахстане. Заходите, знакомьтесь, смотрите цены. Цены меня как дальневосточника порадовали. То есть это не такие там цены, которые кусаются. Цены вообще не кусучие. Желаю вам всего хорошего, творческих успехов, здоровья. До следующих встреч.